Страна FM принимает поздравления. И действительно, друзья, нам 2 года. Это телерадиоканал «Страна FM». Все студии так. Майк Войс, Валерия Майорова. Ты знаешь, я подумала, что мы с тобой 2 часа отрубили и ни разу не представились. А это все потому, что мы на эмоциях. Но сейчас опять речь не о нас. Да не важно, кто мы, вот в том-то и дело. Кто мы, это уже 10-й, 23-й разговор. Самое главное, что у нас сегодня в нашей... днем рождественском таком эфире. Первый гость. Наконец-то группа «Султан Ураган». Ура! И, конечно же, фронтмен «Султан Хажирока» вот он перед нами. Ребята, вы такие классные, вы такие позитивные, вы прям зашли. И я почувствовала родство душ. Во-первых, мы в желтом. Да, мы в желтом. Во-вторых, мы веселые. Мы круто. И в третьих? А в третьих олимпийские, как было сказано. И тут я должен заорать отсюда из Олимпийского. Женись на мне! Вот это что-то такое. Михаил, вы меня удивляете сегодня, это была моя фраза. Извините. Вот, да. Ну да ладно, раз уж мы сегодня собрались по такому выдающемуся поводу, я предлагаю прямо начать с ваших теплых слов в адрес телерадиоканала «Страна ФМ». Дорогая страна, страна в смысле Россия большая, все СНГ, я поздравляю с этим великим днем. Да. Великим днем стране ФМ. 2 года она уже умеет ходить, она уже без подгузника. Уже сняли. Но это вы не про всех говорите, да, Михаил сегодня. Мы еще в развитии, все нормально. И вы знаете, так как вы давно не были в селе, село приехало к вам. О, давайте. Дискотека здесь, дорогие друзья. Поздравляю с праздником, на самом деле, от всей души, группа «Ураган». Присоединяться ко всем поздравлениям, которые будут сегодня. Их будет много, поэтому мы хотим пожелать стране ФМ, конечно, развития, чтобы студию достроили уже, да. Мы ее ждем, на самом деле, большую студию, где мы можем петь, где нас будет много. И хочу пожелать вам ярких эфиров. Спасибо. Ура! Погнали! Погнали! А, мы поем, да? Да! Михаил, а мы танцуем, надо полагать. Дорогие друзья, сегодня... всей страной отмечается праздник. Можно музыку покруче. Стране ФМ 2 года. Лебулетом летом, а пароходы тихим ходом. Привет. Ходом. А мы едем в соседнее село на охоту. С днем рождения, страна ФМ! Едем, мы едем в соседнее село на дискотеку. Едем, мы едем на дискотеку со своей фанатекой. Поехали! Едем, едем с гаража угнав папину победу. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Весна, весна, на улице опять весна, а пацанам соседским, как и мне, не до сна. Коты, коты, орали за окном, скоты рвали на куски мне душу. Где же ты, где же ты? Она меня с ума свела. Она покой и волю забрала. И почему так сладостна боль? Позабыл я все пути, потерял пароль. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Давай, давай. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем с гаража в нам папину победу. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. А теперь соло! Особенного в это не пойму особен. Я ничего с собой поделать не способен. Не знал я, что пить я такой не приспособлен. Да уж таким, как я, не дать премию Нобель. Но сами ноги к ней меня силком ведут. На дискотеку сами-сами в пляс идут. Меня окутало безудержным туманом. Вот она пришла, любовь. А как я на ей? Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Если
Сегодня будет яркий эфир. Однозначно. С таким началом. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем с гаража угнав папину победу. Едем, едем в соседнее село. Куда? На дискотеку. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем с гаража угнав папину победу. До деревни той далеко. Устал. Куда добраться будет нелегко. Сначала переехать все мосты и как-нибудь объехать все посты. А я ведь знаю, ждешь меня, ждешь ты. Пускай всю ночь орут за окном коты. Я полевые народы ты. Давай, 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 давай. И... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Об одной вещи. Что будет? Нет, парни, давайте отобьем пятюню. Я думал, даже. Что первое наступит. У меня становится сердце от таких танцев, либо закончится песня. Парни, вы меня спасли. Ох, ребята, слушайте, я прям даже не знаю, у меня дыхание, естественно, сбилось, я вся в волнении, я вся во впечатлении, но тем не менее, мне тут по секрету в ухо подсказывает, что скоро фильм выйдет какой-то. Да, уже скоро, совсем скоро, фильм «Понаехали», саундтрек «Понаехали» мы уже слышали, видели. Так. Художественный фильм «Понаехали» в российский большой прокат. Автобиография, видимо. Нет, там снимается Семен Стругачев. А, ну да, да, это автобиография всех нас, потому что кто-то откуда-то все-таки приехал. Не все вот один москвич есть. О, повезло. Красавчик, дай земляк Петюню. Отлично. Два москвича. А мы понаехали. Да ну их. Да. И на самом деле фильм «Понаехали» выйдет в широкий прокат. Там Семен Стругачев, Елена Бирюкова, Лена Егорова, Артем Башенин. Это такое интересное кино, потом я поменял ситуацию. Не в Москву понаехали, так. А москвичи понаехали. Вот так. Вот так вот посмотреть на вас. Там других предлагаем постоять. Первый фильм про Ниццу. Ты мне подожди, ты мне скажи, а ты там как-то, ну я не знаю, какую-то эпизодическую роль, как знаешь, вот именитые режиссеры, они где-то там проходят. Или... Вы знаете, я в этом фильме буду там 2 секунды, а потом будет конкурс. Кто меня сможет найти, потом уже... А что даришь, что даришь, что разыгрываешь? Ну, что-нибудь да найдем. Подарить. Такую же роль в следующем фильме. У нас есть, всегда есть что подарить. Самое важное, чтобы мы зашли, я как режиссер зашел в душ и попал вот в ту цель, которую... В душ или в душе, подожди. В душ людей. Ну и в душ тоже, смотри, какая актриса. Да. Слушай, еще я знаю, что сейчас снимается у тебя, или вот уже выходит. Помимо фильма, еще и клип. «Багамы». Багамы, Багамы, мама, Багамы, мама. Да, совсем скоро вот буквально страна FM покажет миру песню. Багамы, Багамы, мама, Багамы, мама, не снятся Багамы, 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 мама, Багамы, мама. Не снятся Багамы. Поняла ритм, да? Осень пройдет под символом, да, то, что нам снятся. Слушай, скажи, пожалуйста, а клип-то сам на Багамах снимать? Конечно. Конечно. Где еще снимать? Ну, там девчонки красивые, ты классный. На Багамах и в Строгино. В Подмосковье, да, на Истре, да, я только хотел сказать. Ну, это москвичи так отдыхают на Истре, а постят как будто на Багамах, да. Ну. Что, ну, что ты можешь сказать в свою защиту? Я хочу сказать, что не просто так. Это не, то есть мы вас не отпустим просто да, так. Вы нас похвалите.
Во-первых, вы красавцы. Во-первых, вот вы приехали первые. Вы понимаете, могут приезжать дальше и там и вторые, и третьи. Они абсолютно, мы всем он рады. Всем так будет говорить. Но первые, ребята, я никому так больше не скажу. Первые, с позаранку. То есть вы встали, как я сегодня, это уже подвиг, а и приехали. А мы не ложились. Молодцы, зачем? Вот красавцы. Ребят, вот пока тут Михаил отплясывал, все маркеры попадали на пол. Да. А неспроста здесь маркеры. У вас сегодня исторически важная роль. Вы будем начали портить наш... первыми, да? Да. Ну, зачем портить? Почему портить? Наоборот, украшать. Вот эту девственно чистую обою. Вандализм, ура! Ну, давай расскажем, что это за обои. Слушайте, мы пишем гимн. Пишем гимн страны. Что значит мы? Они? Все мы гости, которые сегодня участвуют в марафоне поздравлений, напишут... Ну, мы же одна страна, я говорю, мы все! Ну, примазывается просто к людям, да. Ну? Ну, а у вас первая строка. И вот здесь самое сложное. Вот вы должны задать... общий тон, общий вот, общий смысл этого гимна своей первой строкой. И чтобы вторым было нормально рифмовать. Да. Давайте. Давайте. Давайте попробуем. Маркер какого цвета хотите? Маркер, вот красненький. Конечно, самого крутого цвета. Это красненький, красный, пожалуйста. Красный маркер. 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 Так, Султан берет красный маркер. Одна строчка, одна строчка. Одна строчка, да. Ну, чтобы... Собственно, Султан и Денис Семачев стоят около... около да, это мы комментируем, потому что у нас же не только телеэфир, но и радио. Чтобы еще читалось, да? Хотелось бы потом это и прочитать, действительно. А, ну, во-первых, страна. Очевидно, что надо, конечно... Ну, что уж там, надо начать с нас, понятное дело. Банально. Банально, так. Обязательно кто-то придет, кто не сочиняет, да? Кто не занимается, ему будет сложно. Страна! А, все, страна, напишу. Да. Я понял свою ошибку. Я учу человека, который пишет песни. Ох да. ты. Ой, кстати, нормально. Ну, нормально, по-моему, шикарно. Давай, без промедлений. Без, без промедлений. Промедлений. Без промедлений. Ну, как хорошо вот, пишет. Как о, вот так какая вторая пишется. Функция у баяниста. Султан диктует, и появляются буквы. Без промедлений. Я, вы знаете, что подумала? Мне кажется, что если Султан диктует, его можно попросить пройти обратно к микрофону. Да, кстати, да. Потому кстати. Что он диктует нам, а слушать-то его хотят все, абсолютно. Вся страна. Вся страна. Без промедлений. Преамбул и фиоритур. Не, это... Султан, ты подставишь всех остальных, давай. Ну, я специально. Нормально. Берем это. Ладно, давай, без промедлений. Преамбул, да. Преамбул. Преамбул. Ну, мы могли упросить без промедлений и преамбул. Не-не-не, давай, вот как ты точно, сказал, да? Сложно, пусть будет. Подставляем так. Всех, подставляем, да? Так. Тогда уже в две строки. Ну, а вы знаете, мы первые. Да, мы первые. Вы имеете право. Кто я такой, что вам окажется? Если, да. Если бы кто-то был из королей эстрады или цариц или королев, то все было бы заполнено наполовину. Да. Да, поэтому мы так чуть-чуть. Без промедлений. Фиоритур. А что это значит? Фиорито. Это яркое вступление музыкальное. Яркое я потом вступление. Тебе расскажу. Ну, спасибо. Музыка, да. Это такое... Без промедлений. И начинается композиция. Промедлений и... Фиоритур. Фиоритур. Вот, Майорова сегодня узнала новое слово. Я правильно понимаю, что... Да. Самое главное, вот нравится шикарно. Вам фигура, это квадрат, потому что все буквы квадратные. Без промедлений, преамбул и фиоритур. Ох... Кому-то нужна будет, я правильно понимаю, рифма на ур. Да. Слушай, ну... А я вам кого-то сказать, можете... Давайте. Если вдруг человек не будет справиться, подскажите ему партитур. 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 Да. Шикарно. Партитур. Квадратур. Гарнитур. Гарнитур. Сибур еще есть такой. Штукатур. Как мы могли его забыть? Я чувствую, мы напишем сегодня гимн, будет... Ого-го. Физкультур же. А физкультур вообще шикарно. Так, Николай, повторите нам, пожалуйста, информацию. О, Николай нам сказал страшное слово, от которого замерло у меня все в груди. Закончилось время. Мы говорит, должны деньги. Мы должны не деньги, а мы можем мы прощаться. Мы можем продлить. Да, можно продлить вне эфира. Иван, продлите наш эфир. Друзья, за вас заплатит рекламодатель, потому что сейчас будет реклама перед тем, как она будет. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли. Было невероятно приятно, прилично. Рвые. Спасибо. Ждем вас встреч. Ура! Спасибо! Султан! Ураган! Страна FM принимает поздравления.